Мы наблюдаем кипение перегретой жидкости, дистиллированной воды в колбе. В отсутствие центров кипения, центров парообразования в колбе, у нас иногда проскакивают группы больших пузырей, а потом некоторое время пузыри не выделяются. Кипение при атмосферном давлении. Если в таком мела, то начнется бурный процесс парообразования, и жидкость начнет резко выкипать из колбы. Температура при этом должна понизиться до нормальной температуры кипения, и дальнейший процесс кипения будет происходить с частым образованием мелких пузырей. Повторяем опыт. Вода в колбе сейчас сильно перегрета. Пузыри с паром выскакивают очень редко. Если теперь добавить мел, то процесс кипения будет очень бурным.